Привет, с вами Квина. И сегодня я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Или уже наступившим. У кого как. Дело в том, что Новый год — это обычный день. Мы все это знаем. Он такой же, как и следующее первое число, второе, третье. Ничем не отличается. Отличается просто некой подготовкой и некоторыми нашими ожиданиями от того, что будет в этот день. С детства мы привыкли, что этому празднику соответствует некоторое новогоднее настроение. И пытаемся вызвать воспоминания о детстве с запахами мандаринок, елки, понимаете? Но если в детстве у вас не было никаких ассоциаций с этим, то ничего и не будет, вы ничего и не вспомните. Но я хотела сказать, что это не важно. Вы можете сами себе создать настроение. Можете посмотреть какие-то веселые фильмы, например, рождественские серии сериала «Друзья», разные список сериалов. У нас в группе ВКонтакте есть список юмористических сериалов, которые я для вас оставила, которые я смотрела и лично одобрила. Можете их посмотреть, таким образом так себе поднять настроение. Лично у меня настроение поднялось, потому что я перед Новым годом составила, кот вас поздравляет, составила список того, что надо сделать, успеть перед Новым годом. Некоторые дела, которые я откладывала целый Новый год, я сделала перед Новым годом, и мне это дало некоторую энергию и вдохновение. И, возможно, вам тоже стоит попробовать сделать перед Новым годом и то, что вы собирались давно сделать, но никак не сделали, или сделаете с первого числа. Так сказать, если праздник не приходит к вам, идите к празднику сами, делайте что-то. Делайте доброе дело для кого-то другого. Часто добрые дела, которые делаешь другому человеку, какой-то позитив, который вы принесли другому человеку, ребенку, очень сильно поднимает настроение вам лично. Очень расчетливо, конечно, делать такие вещи. Поднимать себе настроение за счет того, что поднимаешь его другим, но это работающий метод. Можете пользоваться. Также многим поднимает настроение наесться. Многим поднимает настроение всякие разные вещи. Подумайте, что вам может поднять настроение, потому что бесполезно ждать, что новогоднее настроение придет само, что бац, и вот наступит этот момент, и все будет по-новогоднему. Так не будет. Необходимо что-то для этого сделать вам лично. Просто подумайте, что вам поднимает настроение. Часто такого бывает недостаточно, и поднимает настроение только если кто-то что-то для вас сделал волшебное и сказочное. Но, вы знаете, рассчитывать в современном мире на это не стоит, поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Новогоднее настроение – это исключительно ваших рук дело. Поэтому желаю вам новогоднего настроения. Желаю вам, ну как в детстве. В детстве еще новогоднее настроение приносили подарки, которые родители дарят. Но с возрастом мы сами уже дарим подарки, а не родители это делают. Поэтому на новогодние подарки тоже рассчитывать не стоит. Как на поднимательное настроение. Тут, конечно, у кого-то такое будет, но в основном сами. Так что давайте вспомним, нет, мы уже вспоминали в отдельном виде, что было в прошлом году хорошего. Поэтому давайте будем надеяться, что Новый год нам не принесет негатива, только позитив. Будем просто надеяться на позитив в Новом году. Если вам будет грустно, приходите на стримы. Мы всегда занимаемся бесплатным повышением вашего настроения. Посидим, поболтаем, пожалуемся друг другу на жизнь и таким образом повысим настроение. В общем, видео и стримы мои тоже как средство поднятия настроения тоже хорошо подходят. Можете посмотреть старые прохождения, кооперативные у меня были веселые прохождения на канале, тоже можете их глянуть как альтернативу для повышения настроения. И планируется еще новогодний стрим. Планируется веселый новогодний алкогольный стрим. Не знаю, что получится.
Но вы всегда можете посмотреть старые кооперативные веселые прохождения, которые у меня были. Что ж, удачи всем нам в этом году и здоровья. Самое главное. Ай, подкусила. Гад. Всем пока. До новых встреч в новом году.